Трансляции пора включать. Чё там, Антон, ты где? Сочется мясо. Чё, мы ждем тебя, пока ты все долутаешь, что ли, чё? Ты ж, мы ждем зон, по-моему. Чё торопиться-то? Мы ж в зоне. Вы один в машин ко мне сядьте, чтобы отстреливаться там, если чё. Ясно. Есть, есть в доме. Второй этаж. Антон, второй этаж. Кинь гранатку, что ли, ему. Ой, уходим! Божечки. Он спрыгнул, походу. На, это Эйкер. Это не я уже. Ну и где он? Что, вообще нет? На крыше, значит. На крыше, на крыше, на крыше! Не знаю, что там туз. Двадцать четыре бинта норм. Стреляет-то. Я только слышу в твоем эхо.
Покуда стреляем? 40, 40 за деревом. Красава. Ясно. 40 за деревом. Вылечи меня. Кто тебя убил-то? Они что ли или кто? Наверное, я не увидел их. Сейчас вибрация дикая. Чё не лечит? А, во. Он живой, кстати, остался. Кто-то бежит. Антох, 40 за деревом, за вторым правей. Был там враг. Лечись. Я вот из Антохи не пойму, кто, блядь, где стреляет. Полите в... Где машины ездят, где чё, блядь? Так, УАЗик у нас остался. Знали у нас его. Че у нас зон-то уже смещается? Правильно отсюда валить. Поехали, где машина? Стоп, стоп, стоп. Все, 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 быстренько. Кто, давай. Поехали. Лечимся к там, кто есть. А сейчас по дороге не лечится, погнали.